Расширение перекрестка Большая Шелестово-Воронежская назрело уже давно. Это один из самых загруженных участков в городе. Здесь постоянно скапливается большое число машин. В этом году объект попал в нацпроект «Безопасные и качественные дороги». Основные изменения, которые здесь произошли, это появились две выделенные полосы для поворотов налево. А также перенесен поворот с улицы Воронежской налево, далее за автозаправочную станцию. Несмотря на новые знаки и дорожную разметку на перекрестке, изменения мест для поворотов пока заметили не все автолюбители. Они не посмотрели на знаки приоритета, которые установлены на металлоравных конструкциях при подъезде к перекрестку, и да, нарушают. По новой геометрии перекрестка запрещен поворот с улицы Воронежской на улицу Шелестова в том направлении. Общая стоимость работ – порядка 17 миллионов рублей. Кроме дополнительных полос движения, новых знаков и разметки на перекрестке появились дорожные ограждения и новые светофоры. Они гораздо ярче, и сигналы лучше видно ночью. Все новые светофоры, которые здесь установлены, введены в общую систему управления светофорами города, синхронизированы с близлежащими улицами. Соответственно, да, они должны служить тому, чтобы затворы здесь были устранены. Сейчас на перекрестке завершают нанесение разметки, доустанавливают дорожные знаки и меняют систему видеонаблюдения. Работы завершат до конца недели. После окончания ремонта специалисты Центра организации дорожного движения проведут анализ транспортного потока.